А у вас тоже там было что-то во фотографии, правда? Ну, это лук, лук. А, да, лук. Понял, да. А он растил? Да, вырос, очень вкусный, да. И очень тяжело вырастить, потому что как только он начинает расти, и если он попадается на глаза кому-нибудь из других членов экипажа, каждый хочет его откусить. Поэтому приходится его прятать. Вот. И это когда он тогда уже вырастает. Потому что очень вкусно. Единственный, который у вас был, да? Нет, я... Сколько у меня? 4 раза я вырастал, такой большой. Мы его съедали на какой-нибудь праздник. И потом следующая луковица. Луковицы, они приходят... Ну, на станцию грузовые корабли летают, и туда кладут свежие овощи или фрукты. И вот лук, обычно его, ну, он быстро уходит, быстро его съедает, но бывает, что я его возьму там в каюту и делаешь ему такую, как маленькую теплицу, водички туда, и растет. Иногда бывает, что он может, потому что там невесомость же, и постоянно вентиляция. И бывает, что случайно его тронешь, он улетает куда-нибудь, и ты его потеряешь. И получается, неделю ты его не можешь найти, 2, 3, а раз где-нибудь найдешь, где он остановился, и он уже выросший. Это большой сюрприз.